на ту сумму. Дай Бог, чтобы уже побыстрее закончил. Но походу, да, честно, я не вижу, честно, я не вижу. After Matt, I'll get on him. Сейчас как уж все. Then it'll be good. Вот и беда, ему это бесит. Его это бесит. Он в прямой линии плохо перед всем миром, и он хочет же доказать, что нахуя. Это самое страшное. И вот это проблема. Вот это проблема. Я надеюсь, что это за свои идиоты. И как ты оно знаешь? Я просто удивлен, что до сих пор сейчас перекрыли. Я не знаю, как они. Ну, короче. Но я, мне кажется, он это прячется где-то сейчас. Говорят, что в бункере он сидит, выезжает где-то там, блядь, на вот эти заседания, где тут метровый стол, наушников нету, камера. Все. Мне кажется, он понимает сам уже, что это плотно. Он скоро будет как Каддафи, знаешь, там бункер где-то там по подвалам. Ну что, до него дойдет. Я уже еще раз знаю. Так не бывает, что это будет. Подождет, посмотрим. Чипулей Морбой.